происходит? Здесь еще что-то происходит. А собаки дворовые, что ли? Какая красота! Доброе утро. Мы сегодня в парке Ривьеры. Только в прошлый раз мы гуляли ночью, а сейчас мы гуляем днем. Вот такая красота в парке днем. Играет приятная музыка. Красиво, народу много. Даже не знаю, попадем ли мы сейчас на аттракцион, мы хотели бы покататься на тех каруселях, на которых в прошлый раз не смогли. А собаки дворовые, что ли? Бедная белочка. Ей же неудобно оттуда, да как она оттуда выберется? Она сейчас грохнется. Да она не упадет, просто ей не оттолкнуться. Собаку загнали, может потом она сама девочка, туда. Девочка руки подставила. Да, ее хотят уже здесь помочь и поймать. Бедняжка. Ну все, собаку убрали, она должна потом идти. Она боится нас теперь. Так, где наш папа? Папу теряли. Вот он туда. Ну так, здесь классно, да, когда хорошая погода, все работает. Ривьера – это вечный праздник. Казалось бы, все здесь просто, обычные карусели, как везде, но обстановка здесь все равно более праздничная, чем в Питере, ну, мне так кажется. Сейчас мы выйдем отсюда, потому что для нас эти карусели маленькие. Я увидел слово «американские горки», девочки. Американские горки. Вот, вот и лабиринт, тоже как в Питере. Это зеркально, да. За неземную твою красоту. Или есть место с ними? Нет, там написано в правилах, что только два человека в кабинке. Не очень-то любите Джека Брауна. Сделал такое заключение. Ну что? А вы не желаете тратить деньги на романтическое заключение, если вы не можете. Сейчас мы сядем в такую кабинку, похожую на клетку. Так ощущение, как на разделку увозят. Можно было и без клетки, наверное. Ну все, мы с Вероникой уже сели. Мы первые. Готовы? Thank you.
ничего. Это ничего не рассказывает. Там ничего не видно. Там всякая темнота. А что там пауки есть? Что, ты боишься, что ли? Да, естественно. Господи. Американские горки не боятся, а здесь боится. Потому что здесь все показывают. Я ж тебя развлекаю, я сама развлекаюсь. Держись за это, там могут быть резкие перепады температуры. Давай. Садиться с другой стороны. Так, спасибо. А что ж ты вцепилась тогда в меня? Нет, я вцепилась вначале, потому что я, а потом, когда началось, если честно, там было. Короче, мы покатались с девочками. Там очень темно, плохо видно, и даже если там кто-то выскакивает, ну, очень быстро и мелко, то есть особо не рассмотришь. Я хотела посмотреть ближе к стене, потому что там в итоге стены как бы немножко рушатся, но она не захотела, наверное, испугалась, что подвох есть. Вот, короче, для детей нормально, для таких. Я думаю, что дети таким, которым лет 7, они все-таки испугаются. Вот, вообще прикольно, но мало. Ну, мы же все-таки взрослые, поэтому нам мало. Вот эта телега, она вся трясется. Еще мне понравилось, когда... Это с кишками кто-то. Ну, там так. Короче, в итоге там для детей. Мы сейчас хотим посмотреть, работает ли еще замок страха. Ну, там наподобие того же самого. То есть для детей. Взрослые не испугаются. Единственное, что я испугалась, потому что там так тряслась тележка. Там темно и непонятно. Я просто не знала, есть ли там спуск вверх, вниз. То есть, как бы, я думала, мало ли, это новый аттракцион, может, там с каким-то подвохом. Ну, в итоге так все. То есть простенько, но интересно. Ну что, тебе надо было вперед? Вы ничего не видите за мной. Короче, девчонки сели сзади меня. Вот так. Раз, два, боятся. Аттракцион для детей, мы боимся. На аттракционах до потолка до неба летать. На аттракционах до неба летать не боятся. Вообще. Ну? Я не боюсь, я села сюда просто. Вот мы едем с девчонками. Нет, но я не боюсь, просто не спокойно, когда я вижу. Ну так вообще за меня спрятались, так и неинтересно. Я спряталась, вообще не спряталась. Смотрите хоть по сторонам, а то я все загородила. Такой носатиус. Кто-то уже ему нос подбил. Это тележка, наверное. Мы сидим в пасти у дракона. Это пасть? Да, неинтересно. В такой клеточке мы сидим. Это, наверное... Чтобы никто не убежал. Нам уже сказали, чтобы никто не выпрыгнул в процессе. Но на самом деле это детский аттракцион, здесь ничего страшного. Единственное, что кабинки, конечно, так едут, как будто сейчас разваливаются. Держитесь, мы что-то... О, поехали!
Нет, ну там страшнее, скорее. А вы все на одну тележку? Да, четверо человек в одну тележку. А впереди... Там красиво, там не страшно, но красиво. Под подсветкой. Да, там обуха мы сорвали. Что, там лучше было? Там еще вот так голову. Лучше? Где вам больше понравилось, девчонки, в этом или в том? Везде. Вам тоже понравилось? Но там меньше подсветки, там так темно, где пираты, там такая темень была, вообще очень ничего не видно. Еще более-менее. Она прям подъехала.
водитель будет аккуратный. Аккуратный, молодец. Мариша за руль голова. Только один раз. Я хочу еще. Я тоже. Местечко занимаем, а где как всегда, да? Салат нежность, не знаю, что здесь. А там колбаска. А, нет, не колбаска, а это как ее? Ветчина. Ветчина, огурцы, яйца, сыр. Такой салатик я детям взяла. Достаточно большая порция, на всех так поделила. Котлетку. Котлетку они так плохо едят, вообще не доедают, поэтому я на этот раз взяла одну пополам. Но сегодня на ее оставит. Леша там с этим какой-то. Плохо. Тоже какой-то салат или решка, что ли? Пусть тоже не так. Нежность. Тоже нежность, да? Вот приятно нам аппетита. Просто мы красивые вместе. Мы покушали. Девчонки еще решили на виртуальную реальность. Там можно выбирать сюжеты. Марина хочет ужастики выбрать? Да. Тоже. Ну, я не знаю, я забыла, что там еще. Я хочу... Мам, а с сумкой? Ну, да. Давай, проходите, билетик, давайте. Телефон, да? Вот такие отчетики сейчас одену. Положу. Ну что, поборки, ужасы. Уже за церемонию той смотрите. Там динамики не будет, там будет жутко, как будто страшно. Вы не смотрите страшно, как будто там кого-то не было. Ужасы. Давай ужастики. Расскажешь, Марин, тогда. Канал «Точка зрения» представляет. Через несколько моментов вы окажетесь в новом номере, мистер Купер. Многие институты не знают, что делать с вашей болезнью, но мы это знаем. Поместим вас в особую палату, и вы заведете много друзей. Вот мы на месте. Добрый день. Какая-то рожа страшная в экране. Страшно? А ты видела, да? Что? Я увидела уже под конец, что там на экране есть картинка. Я вначале не заметила. Ты видела? Там, да. Там... Это было просто ужасно. Никак. Мы там типа по больнице ехали.
И там все время какие-то рожи страшные были. Да, я только под конец увидел, он говорит, да там экран есть, посмотрите. Я подошла, потом там белый халат, тут холодно. Потом мне типа вот так вот укол сделали, и мне мерещилось. Еще главное, что от первого лица все, типа это... И все вот так по кругу, как будто этого ничего нет, и больница. Куда ни покрутить. Да, спасибо, что еще никого не разрезали на части. Продолжаем гулять по Ривьере. Сейчас 7 часов вечера. Уже начало смеркаться. И потом типа увеличило, что вокруг нас вот так вот кто-то поработает. Марина все рассказывает про эту виртуальную реальность. Все, Марина не отпускает. Это психбольница или что это за больница там вас была? Гуляли, девчонки выглядят аттракционно, определенные, получили удовольствие, мы выходим из парка. У нас сегодня последний вечер в Сочи. Вот мы купили клубничку, абрикосики. Мяса никакой не хотим есть. Вот сейчас будет такой легкий ужин. Мы все хотим ягод. У нас сегодня вот такой ужин с клубничкой. Ужин. Мясо, да, мы не хотим ничего такого жирного. Мы сегодня скучаем по Сочи уже, потому что уезжаем завтра. Кстати, молоко мы еще пьем вот с такими трубочками. Я, кстати, тоже люблю. Они хоть и детские, но вот остались только две, девчонка воздаю. Одна фиолетовая, вторая розовая. Она где-то до розовой остается. Последняя. Коричневая. Да. Молочко тебе держи. Мы клубничку. Меня приучили клубничку есть с молочком. Раньше не ела, но уже в Питере ела. Да, это абрикосы, вот такие крупные. Ой, укатился! Так, сегодня у нас вот такой легкий. Ник, у тебя кричит, да звук в телефоне выключи. Меня слышно не будет, твой звук громче. Вкусненько, освежает. Я сгорела вчера в Абхазии, вот так. В автобусе, прикинь. Я пряталась за шторку, но бесполезно. Клубничка хорошая. Мы уже это здесь... моя? Да, мы уже определили, каких бабушек покупать, у каких не... лучше не покупать, что у тебя черная плавает. Листик. Угу. Листик, листопад. Мы уже с улицами здесь роднились. Девчонки же тоже идут, как в своем родном городе. Отдаляются от нас все дальше. Типа такие они самостоятельные. Жучков боятся. Да, здесь такие интересные жуки, я их так не загуглила. Огромные какие-то тараканы. Надо потом загуглить, что за жуки ползают в Сочи по ночам. Нас сегодня провожает наша башня вот такая. Она, кстати, очень близко. Камера почему-то как-то отдаленно снимает. На самом деле она такая огромная. Даже наше окно очень хорошо видно. Вот такое ночное Сочи. В реальности, конечно, это вживую все гораздо красивее.